Саш, скажи, пожалуйста, после первого тайма РТА проигрывал юрфаку, ну, то есть что у команды не получалось в первом тайме? Ну, мы очень торопились, много суеты было, недопонимания. Во втором тайме подсобрались, и вот результат. Юсуф Давлятов вторую игру подряд хитрик делает, прорвало парня? Ну, я думаю, это его нормальное состояние, у него очень хороший удар, он чувствует хорошо ворота и забивает много. Хотел бы, чтобы вот такая его голевая феерия продолжалась в плей-офф? Конечно. Какие ожидания от плей-офф? Команда имеет высокий шанс, чтобы выйти? Ну, мы будем показывать свой максимум. Я думаю, чем дальше, тем лучше. Спасибо большое.